Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Я записываю видео по улучшению качества жизни. И сегодня я хотел бы вам рассказать о новой цивилизации, о том, какой я ее вижу. Потому что то, что мы видим вокруг нашу цивилизацию, то есть современные достижения в различных областях, то, как люди взаимодействуют между собой, оно оставляет желать лучшего. И прежде всего, здесь очень важный есть факт, что мы нечестны с друг другом, и поэтому разобщены. То есть есть кто-то, кто хочет, чтобы мы находились в таком состоянии. Мы поддаемся этому влиянию и не верим себе, другому, не верим тем, ну скажем так, вещам, которые происходят. То есть мы не смотрим, а верим скорее тому, что нам говорят по телевизору, в интернете. Нету прямого наблюдения. И, соответственно, отсюда ложные выводы, неправильные действия, которые приводят конфликтам, войнам, различным, ну скажем так, потерям, да, то есть когда мы теряем свои деньги, репутацию, статус, мы теряем самое главное, мы теряем свою свободу. И в этой цивилизации нету того, что хотелось бы. Это на самом деле партнерство, это то, что позволяет свободный обмен энергией, это осознанность и счастье. Эти все вещи, конечно же, есть в каких-то пропорциях, но далеко не настолько, насколько мы могли бы это иметь. И вот в новой цивилизации это все возможно. Прежде всего, это обмен свободной информацией. И мы можем обмениваться знаниями, даже не говоря, потому что мы все части одного большого целого. И если мы не будем как-то закрываться, скукоживаться, вот, фиксировать свое пространство и не давать возможности другому попасть в него, то тогда мы будем чувствовать вот это состояние единства. То есть, когда я провожу человеку процессинг, я позволяю ему вернуться в это состояние единства, или, можно сказать, почувствовать его, почувствовать вот это состояние свободы. Потому что, когда человек находится в состоянии единства, то он искренне хочет помогать себе, другим, Вселенной. То есть, он чувствует всю эту взаимосвязь, как общаются между собой люди, растения, животные, духи, божественные существа. Все это возможно, и мы это можем, каждый из нас это может почувствовать. Единственное, самое важное, это ваше желание соприкоснуться с этим. То есть, если мы верим только то, что вот нам показывают видимую реальность, то, конечно же, мы не соприкоснемся с этим, потому что она как бы ограничивает нас. Точнее, мы с помощью наших фиксированных идей считаем, что вот только так и есть. Но когда мы убираем эти фиксированные идеи, соответственно, сознание становится свободным, и мы можем видеть, как все устроено на самом деле. Я, например, тоже не знал этого, и до 20 лет не занимался никакими духовными практиками. Где-то внутри это знание было, то есть я мог соединиться с этим, но сам я себя закрывал от этого, подавлял это знание, использовал различные методы для его подавления. То есть я общался не с теми людьми, занимался какими-то вещами, которые уводили меня от сути себя, то есть не давали мне возможности раскрыться. Но когда я, например, почувствовал, что что-то важное нужно поменять в моей жизни, то нашлись те люди, которые смогли мне помочь. То есть я нашел тех, или они нашли меня, или мы нашли друг друга, неважно. Важно то, что произошло соприкосновение, и я понял, что в данном случае я на правильном пути. И так каждый из вас может это сделать, то есть может найти свой путь исцеления, гармонии и счастья. И вот в новой цивилизации как раз каждый человек, то есть его первоосновное желание будет двигаться по пути гармонии, радости и счастья, по пути осознанности. Это новое общество, новая реальность, новая цивилизация. То есть не то, что нам предлагают сейчас, это разделенность и накопление богатства, соперничество. Нет, сотрудничество, обмен энергией, обмен знаниями, свобода. Вот о чем я говорю. И это все возможно. Но это возможно, когда мы проработаем то, что мешает нас, сковывает фиксированные идеи и те вещи, которые не дают нам объединиться. Вот. И тогда каждый человек на основе свободной воли сможет принять решение к объединению. То есть не то, чтобы его кто-то его навяжет или подталкивает. Нет. Он сам примет решение на основе собственной разумности, потому что у каждого есть право на свою собственную разумность и право покинуть игру, если она ему не нравится. Мне, например, во многом не нравится та игра, в которую играют сейчас наше общество, люди.
И поэтому я использую только те вещи из нее, которые считаю правильными. А те, которые считаю неправильными, просто не использую. Вот таким образом. То есть, если вы считаете что-то неправильным, просто не используйте это. Не идите на работать в государственные учреждения, которые создают взяточничество, бюрократию, коррупцию, или на вредные предприятия, которые загрязняют атмосферу. Занимайтесь любимым делом, выберите его и делайте это. И самое важное – это будьте честны с собой, с другими людьми. Это поможет нам всем. Когда говорят «начинайте с себя», это самое важное, потому что когда вы улучшаете свое состояние, достигаете состояния гармонии, радости и счастья, таким образом вы помогаете другим всем, всему нашему организму, всему нашему целому вот этому полю, которое мы называем человечеством и жизнью на Земле. Давайте сделаем небольшую практику, чтобы почувствовать это. Как обычно, сядьте в удобном месте, закройте глаза, почувствуйте пространство. Ощутите себя в этом пространстве как сознание, ваше тело в этом пространстве. Вот. И дальше почувствуйте вашу взаимосвязь с другими людьми, растениями, животными, Богом, насколько вы можете. Можете начать с ближайшего пространства, потом расширить его. Начинайте так, как вам удобно. Я, например, могу почувствовать эту связь сразу. Вы можете почувствовать постепенно. Начинайте вот это чувствование и чувствуйте как можно больше. Да? Расширяйте ваше пространство. Расширяйте его до, скажем так, тех, ну, границ на самом деле нету, вы их сами выставляете. Расширяйтесь, насколько вы хотите, я бы так сказал. Почувствуйте взаимосвязь с вашими родными, близкими, с вашими детьми, с вашими родителями, с вашими друзьями. Потом связь с другими людьми, которые дальше от вас. Связь, так расширяйтесь, связь с животными, растениями. Ощущайте эту связь, ощущайте как все, как единое целое. Вот. И тогда почувствуйте, как все взаимосвязано. Почувствуйте вот этот всеобщий замысел. Почему вы живете, почему другие живут. Почувствуйте, как это все работает. И вот в этом суть. Когда вы почувствуете вот этот всеобщий замысел, то разрушение остановится, и вы начнете жить иначе. Вот как раз к этому я помогаю людям прийти в процессинге, чтобы почувствовать себя, почувствовать других и свою взаимосвязь с другими. Вот. Когда вы это почувствовали, поблагодарите себя, других, пространство, Бога, Вселенную. И живите вот в этом. Живите с этим ощущением взаимосвязанности и состояния единства. Делайте ваши действия на основании него. И вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Вы увидите реальные изменения в жизни. Если у вас остались какие-то вопросы, или вы хотите исправить что-то в своей жизни, что-то идет не так, есть какие-то болезненные ощущения, эмоции, боли, что бы это ни было, что-то, что мешает вам, фиксированные идеи, или вы не можете, например, найти любимое дело, хотите как-то улучшить свое состояние, напишите мне в личные сообщения, и мы проведем бесплатную консультацию, где я выслушаю вас и расскажу, как это можно улучшить, исправить. Вот, а на сегодня мы будем заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, то поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, все мои контакты указаны под этим видео. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я уверен, оно тоже будет им интересно. Колокольчик включите для напоминания о новых видео. Они выходят у меня на канале ежедневно. Также, конечно же, буду рад вас видеть в друзьях. Пишите комментарии под этим видео. Они помогут продвижению канала. Если хотите помочь каналу, то все реквизиты, опять же, под этим видео в описании. Там же две моих книги. «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Вы можете их найти в интернете по ссылкам и начать чтение. Если появятся какие-то вопросы, напишите мне, и я с радостью пообщаюсь с вами. Я вам желаю счастья, осознанности. А пока посмотрите видео о процессинге, которые сейчас появились на вашем экране. Да, и там более подробно о том, как исцелять себя, помогать другим и увеличивать осознанность. И, конечно, мы увидимся с вами совсем скоро, завтра, в следующем видео. До скорой встречи, друзья. Всего доброго.